18:03. Лиза, Галина, Майк Войс. И угадайте, кто здесь серыми глазами вместе с нами. Ну, давай, объявляй быстрее. Друзья, говори. Алиса Салтыкова на гостях. Ну, конечно. Привет. Ну, конечно. Певица, музыкант. Мы уже, на самом деле, болтаем до эфира. И знаете ли, мы не только развлекаем вас. Мы, это Страна FM, мы еще и просветительская функция. Огромная, гигантская. Почему? Мы просвещаем не только вас, друзья, но и самих наших гостей. Потому что Алиса видела этот клип 2 раза. Сегодня 3-й. С Троицей, Алиса. Поздравляю. Поздравляю. Праздник Троицы, пожалуйста. Тебе неплохо, твой клип, так, нормально? А любишь тебя на себя смотреть? А? На экране? Да че? Нет, не люблю вообще, мне не нравится. Серьезно? Да, никогда не пересматриваю свое интервью, никогда не пересматриваю свое выступление. Вот я тебе специально ссылку скину. Поверни, это интервью будет первым. Я записи. Это будет первым. Да, мне все время кажется, что это не то. А, что ты к себе критически относишься? Да, 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 я все время, мне стыдно. В смысле, стыдно, что не так сказала, либо выглядишь не так. Да, я с языком редко слежу, поэтому... Так, давай сразу тогда договоримся. Какой шанс. 4 матерных корня мы не употребляем в этой песне. Пожалуйста, напишите мне. Вы хотите узнать эти слова, Алиса? Я напишу. Ну, вы мне руки связали вообще, как же. Как тебе разговаривать, да? Не по-русски. Алис, ну кроме шуток, по поводу стеснения, по поводу пересмотра своих видеоматериалов. А если у тебя правда вот синдром самозванца, я недавно узнал, такая штука. Что такое? Ну, типа, ты чем-нибудь занимаешься и сам перед собой понимаешь, что, не знаю... Ты недостоин? Не тянешь. Вообще, может быть, да. Вот есть Фрэнк Синатра, а где я? Вот, ну, из этого. Ну, так сравнение с великими. Ну, конечно, есть. Мне кажется, у всех артистов есть самокритика какая-то, да? Да. Даже того двухметрового болгарина, вы думаете? А! Мне кажется, ты единственный, кто нет. Не понятно. Это Бог, это великий человек. Это другое, да. А мне говорят, я сошла с ума. Не узнала, про кого Мишаня говорит. А я про президента Болгарии, естественно, 80-х годов. Да. Слушай, ну а как это с возрастом, с карьерным ростом? Искореняется то же самое, то же самое. То есть я действительно прослушиваю там свои песни только из-за того, что там какие-то ошибки, да? Uh-huh. Либо какие-то свои выступления, так, что я сделала не так, как улучшиться. Uh-huh. То есть вот такое больше из-за этого. А чаще всего сидишь и думаешь, бездарщина. Смотри, на самом деле, ты же очень долго, ну, и жила, и училась, и работала за рубежом. Да. Вот. Там, мне казалось, совсем другая психология. И, ну, там как-то люди более раскованные. Ой, да ладно, давай скажем, в Англии. Человек из Лондона. Ну, да. И оказывается, за рубежом. Вполне себе такая очень русская черта, вот это вечно сомневаться в себе. Да, все такие. Ну, на самом деле, одно пока делать вид, да, что я там такой весь. Так. Вот, а другое дело, ну, конечно, чем больше, мне кажется, человек выпендривается, тем больше у него комплексов, да? Ну, конечно. И зажимов. Конечно. Спасибо, да, что на меня потом посмотрели еще так пристально, главное. И обе, да? Да и обе! Подождите, просто девушки, разговаривайте, да? Слушай, ты сейчас приехала из Питера. Вот только буквально с корабля на бал. Чего там делала? Расскажи. У нас там мы вещаем 102 FM. Ой, да? Давай Петербургу расскажем, что там. Да, тоже 102 FM у вас? Да, в Питере. А я тоже там на каком-то радио была. Ну, не, я бывает, скажу, других. Алиса, других нет, их отключили. Это Мара была, да. Все это туман. Да, была. Да и на самом деле поехала с молодым человеком, с моим. А, да, у тебя был отдых. То есть ты не работала. Да, то есть мы, ну, там ему по работе, я заехала на радиостанцию там на одну. Которой нет. Которой нет, да. Вот. Они сейчас слушают, да, Алиса? Да. Даю. Ах ты! Мы же не пригласим. Да. Сходили в Исаакиевский собор, Спас Крови, то есть, вообще... Все серьезно, у нас культурная программа. Культурная программа, да, и вот сегодня прилетели. Друзья, у нас небольшая музыкальная пауза. Танцы. Телерадиоканал «Страна FM». Один. Все верно, а внутри трое. Алиса Салтыкова, Майк Войс и Лиза Калина. Да, вот друзья, вот. Всем добрый вечер еще раз. Обрамлен дамами сегодня, видишь? Ой, видишь, как, хотя сидишь с краю. С краешку, да. Камчатки. Да, Алиса, скажи, пожалуйста, вот мы уже затронули тему, ты работаешь в Лондоне и так далее. Вот подход западный к музыке, ты ощутила разницу или нет? О, колоссально, ты там, да. Ты работаешь с иностранными музыкантами. Да. Записываешься там. Да. Ну, сейчас большинство, конечно, музыки, которые всю музыку практически, которую я выпустила, это было записано здесь, в России. Я выпустила всего лишь пару песен, но я, собственно, с ними ничего не делала. Так,
решила выкинуть в интернет, который я писала давно-давно еще так. В Лондоне. Угу. То есть насобирала свои материалы, свои коллекции. И думаю, а пусть он там лежит летает где-то, да. Вот. А вернулась недавно в Лондон, собрала команду старую свою, сейчас сделали с ними трек на английском, потом приехала в Россию, угу. Отправила своим ребятам в Россию, они перевели текст. Вот, поэтому скоро будет у нас 30 числа. А сейчас надо возить, да? Нельзя, то есть надо... Да, конечно, я его... В чемодан, в чемодан с флешкой, да, баты я обкладываю, не дай бог, чего. Ну скажи, ну а подход в чем отличается? Ты говоришь, абсолютно колоссальная разница. Да, именно в написании музыки там больше такие работа-сессия, да, идет, то есть ты собираешься с музыкантами на студии, с продюсерами, и вот начинаете кидаться идеями, и как-то вот за 2 часа у тебя трек так вылезает. Вот, у нас все-таки в стране нет. Нас любят сам по себе. Я сам напишу, сам все сделаю. А, да-да, вот. Негативный подход такой. Да, то есть у нас вот чаще всего, да, вот так вот. Ну, то дешевле есть, дома, потому что, чтобы студию не арендовать, разбежать в кафешке, в шоколаднице встретились. Да, я тоже у себя дома обычно пишу. То есть, ну, я люблю музыкантов просто к себе. Ну, потому что я не знаю, мне даже так больше нравится, потому что когда ты кидаешься этими идеями, у тебя какой-то расслабон, и ты в моменте, да, вот это вот все делаешь. То есть ты не сидишь, не надумываешь, не передумываешь, а ты стоишь перед микрофоном, импровизируешь, что вылезет, то вылезет. И иногда сам себя удивляешь даже. Такое вылезает, да. Да, так вот. Обратно бы запихнул все это, что вылезло. Да, да. Вот, поэтому, да, мне очень-очень вот это интересно. Так у тебя там такая международная команда, да, кто это? Да. Это же не только англичане. Да, у нас... Англичане, американцы, шведы. Вот сейчас парень, с которым я «Дракон» сделала, Шеви, он испанец. Так. Вот, то есть там сборная солянка. На самом деле так. В Лондоне, сколько я там жила, мне кажется, я... Англичан на пальцах знаю, могу, да? На пальцах могу англичан все считать, действительно. Так да, они же все уезжают, я знаю, вот, из Лондона. Да, вот да, они все по пригородам. Охранники. Вот, да, а в самом Лондоне... Вот. Ну, это как москвичи в Москве, то же самое. Вот. Ну, кого не спросишь, вы откуда? Да я с Магадана. Да, нет, все. С Москвы я шо, да? Да, да, да. А что незаметно? А что не, да. Что незаметно? Слушай, ну ты месяц уже там не была, да? Два месяца. Два месяца. Я за эфиром тебя спросил, ну ты сдаешь какую-то квартиру, не простаивает, у тебя же все-таки жилье. А нет, мы продали все. Ты продала ее? Да. Да. Ну, я теперь как-то на две стороны. Нет, ну, а смысл какой? Я просто, на самом деле, сейчас такой период в жизни, когда я не понимаю вообще, что будет происходить. У тебя вот. Переходный период. Какой-то совсем он переходный стал. Вот, не понимаю пока, что как. То есть у меня есть такой предопределенный... Слушай, может, ты сейчас и профессию поменяешь? Так не говорите. В общем, слушай, я же понял, это такой маневр обналичивания. Это же квартиру подарила мама, правильно? А теперь ты ее продала. Да она могла сразу деньгами отдать, и все. Нужны были эти маневры. Восемнадцать часов 19 минут. Вот такая последовательность по времени. У нас Майк Войс у микрофона. Алиса здесь, Лиза здесь. Никто не ушел. Спасибо вам за это большое, дорогие гости и хозяйка. Алиса, есть у меня вопросики. Ты знаешь, все уже, сколько можно было вступлений вот этих хороших сделать. Давай начнем с плохого. Давай уже накидывать. Во-первых, твой псевдоним. Вот, скажется, Алиса. Тебя зовут? Да. И Алиса, но только латиницей псевдоним. Что с фантазией, Алиса? Скажи нам. Ну ты почему? Про Инстаграм или отсутствие. Про... Нет, про творческий псевдоним. Алиса. Отсутствие. Можно было придумать что-то там. Майк Войс. Допустим. Михаил называется Майк Войс. И кажется... заметили, его нет гражданства другой страны. Мне кажется, его мечта сбыться, у меня сердечный приступ с его голосом. Послушай, ладно, Алис, ладно, я понял, что ты сейчас в ступоре. Продолжим. Да. Алиса Солт, вот ты работаешь в Лондоне. Люди видят твой Инстаграм. Они у тебя не спрашивают, почему соленый? Почему я соленый? Да, почему-то. Они же не знают там вот. Им долго приходится. Соль, а почему нет? Алиса. Соль. Алиса соль. Да. Алиса соль. Не сыпь мне соль на рану. Алиса, ну и последний, наверное, вопрос. Мы дальше уже к комплиментам от Лизы стандартным переходим. Ага, да, вот пожалуйста. Смотри, я перед эфиром все смотрел, все видео, фотографии в твои. Соцсетях. Да, которые не ты выкладываешь, ну, человек за деньги обычный. Ну смотри, 94 тысячи подписчиков у тебя, да? 94 тысячи. Ага. И вот 900 и один я теперь стал. А подписок ноль. Скажи, пожалуйста. Почему ты считаешь себя высокомерным человеком? Нет. Ты сноб? Алиса сноб. Не считаю, я просто...
просто, ну, небольшой фанат соцсетей. Да, так. И, ну, зачем мне подписываться? Ну, хочешь, я на тебя подпишусь. Очень, у меня будет один. Один. Ты можешь это пообещать сейчас? Я подписался. Давай, ровно на день, я обещаю сейчас. Давай, я готов. Давай. Что это за это должен отпишешься, да? Завтра отпишешься? Ну, что, не умирай только на нашем инфаркте. Чтобы был благородный ноль. Не, а правда, тебе не интересно? Сейчас подпишусь, обещаю. Давай. Олесь, тебе не интересно? Ты не смотришь за другими людьми или почему так? А я... У меня времени нету на это. Mm-hmm. То есть, ну, не знаю, я никогда не пользуюсь Фейсбуком, у меня никогда не было ВКонтакте. Mm-hmm. То есть, как-то... Ну, никогда у тебя голубятня, голуби почтовые. В чемодане текста в Москву волишь. Так, Майк Войс, где у нас тут? Да, ты пока еще... Ты пока спроси, займи паузу. Найдите меня. Найди меня. Поговорите, девочки, поговорите. Найди меня сразу. Да-да-да, пожалуйста. Поговорите пока. 453 подписчика, да? Вся Мишина семья. Господи, тебе Тарантино пишет. Ладно, шутка. Давай дальше. Смотри, ты же еще актриса. Актриса по образованию, да? Нет, не актриса, театральная. У меня драматургия я изучала. То есть там было все, начиная там от режиссуры, то есть такая сборная солянка современного performance arts. Так, да? Смотри, что с этим, как дела? Ты будешь как-то реализовывать? Что-то не мое стало. Во-первых, с актерским мастерством у меня не пошло, потому что, я помню, я очень эмоциональная. Угу. И я... Все? Пожалуйста, да, я там перевод сделал в онлайн Сбербанке, ага, спасибо. Мне как раз не хватало. Так, ладно, у нас эфир прямой. Что я говорила? С театральным, да, не пошло с актерским. Я очень эмоциональный человек. Я помню, когда нас учили плакать, я как начала рыдать, я потом 2 часа не могла остановиться. Мне звонит мама. Серьезно? Да. Не могла остановиться. То есть для меня это как-то было очень тяжело. И поэтому, да, и я как-то перестала и сказала, ну, вас горит все синим пламенем. Понятно. Кстати, насчет синего. Я просто смотрю на твои руки. Слушай. А потом будет про пламени вопрос. Да. Про пламя можно. Давай просто спросим. Я просто объясню. Мы сидим примерно в одном и том же наряде с Алисой. Она в водолазке, я в водолазке. Черная, серая. Да, но у меня мои купола четко завернуты, да? А вот твои рисунки выступают, так сказать. А что ты не показываешь? Ты татухи на руках. Да ладно, нет, там ничего. Солярий все сжег. Скажи, это страсть твоя, это увлечение. Люблю, да. Ну, люблю. Татуировки? Да. Будет ограничение? Будет где-то потом, где остановиться? Остановка, где я сойду? Я думала, я остановлюсь, а что-то пару недель назад еще одну набила, черт узнает. Я непредсказуемая очень, меня в голову ударят. Вот это мы с сестрой сделали татуировку, просто шли по Лондону. Я говорю, Анютка, давай татуировки сделаем. Он говорит, ну давай. И сделали, да? Да, сначала зашли и не могли понять, что мы будем делать. Она говорит, ну что у нас с тобой общего? Я говорю, давай напишем, мы любим папу. О, какая прелесть. Потом решили, нет. Ну вообще думали, АА сделали, да, Аня, Алиса. Но вообще как бы в АА... Ну стильные такие прикольные, буквы перевернуты. Ну, АА вообще, на английском, это AA, Alcoholics Anonymous, да? Ничего себе. Анонимные алкоголики, да? Поэтому мы решили одну А перевернуть, чтобы не настолько это было. Друзья, поедете в Лондон, знаете, в некоторых местах вас примут за так. Да. Алиса Салтыкова, вот кто у нас сегодня в гостях. Лиза Калинина и Майк Войс принимают здесь с караваем. Кокошник мы уже, с Лизой сняли. А скажи, пожалуйста, а вот следующее произведение, которое у нас прозвучит после вот этого нашего разговора. Момент. Ладно. Да, скажи, ты его хоть раз... Слышала, видела вообще? Это видела, это да. Видела, это да? Я видела, это все, да. Я просто напомню, как нам кто-то присоединился, даже. Что Алиса особо так не осматривает свои работы. Но посмотрела разок-два, больше не оценивает. Ну, какие-то, корректировки внесу, там, какие важны, а потом уже так. Ну, давай расскажи нам про это. Момент, значит. Ну, мы этот трек давно, на самом деле, записали. Где-то это был, наверное, год назад. Вот мы сделали изначально 3 песни. Это было как раз «Не отпускает», потом «Момент». Так. Еще у нас была песня такая «Сансара» называется. Которая так еще и не вышла. Вот. Ага. Сейчас отойдет уже вот это. Когда меня... Давай басту забудем. Да, и, значит, я очень долго ждала этого момента. Мне все никто не разрешал ее выставлять. А у меня, для меня как-то вот эта песня прям вот, задела. Прям первые дни. Вот. И у меня сразу была вот эта вот картинка вот этого балета, такого. А ты же сама Когда говорит Алиса такого, там вот
показывает руки руками, машут. Да, руками машет. Да. Да. Так, такого, и что же? Все достаточно. Просто люди некоторые демонстрация прошла, да? Да-да-да. Мы словесно объясняем, что ты делаешь в эфире. Да, хорошо. Вот, и да, и у меня вот эта балетная тематика, она возникла в голове вот прям с самого-самого таких первых... С первого момента. Момент, да. Так. И да, я очень-очень хотела осуществить это, и наконец-то у меня такая предстала возможность, поэтому песня для меня, на самом деле, значит, очень много. Она очень такая эмоциональная, такая, ну, драма, прям драма. Драма, сейчас увидим. А как ты вообще вот с коммерческой составляющей? Ты вот обычно, когда выпускаешь клипы, песни, ты вот как-то продумаешь, что маркет какой-то, плейсмент можно вот сделать, вот там что-то, вот момент вот. Слов научился, да? Я вот знаю, с кем тебе можно коллаборационировать. Когда ты называешь песню «Момент», понимаешь? Можно. Да, хорошо. Market placement. Честно говоря, я вот изучала очень долго всю эту нашу российский шоу-бизнес и не понимала вообще, что вообще куда. И только вот сейчас начинаю так немножко... Короче, Клей отказал, я правильно понимаю? Я к этому все, Клей отказал. Да человек не жил в России, он даже не знает про Клей момент. Серьезно? Серьезно? А, девочки, молодцы. Окей. Дошло. Девочки. Дошло. Ладно, Алиса, дошло. В общем, у нас сейчас... Чувство юмора. Да. В прямом эфире, между прочим. Да. Ничего себе. В ТВ, так. Радио, да, будет твой клип и трек, который называется «Момент». Да. И люди сейчас будут оценивать, ты понимаешь? Да. Там балет и делают вот так. Балет и момент. Ну что, с премьерой запремьерили. Мы тебя поздравляем. Все, с почином. Запрезентовали. Запрезентовали. Кстати, не обманула ты. Действительно, вот так руками ты делала. Я несколько раз видел. Да. И последняя фраза. Не влюбилась в твои глаза. Я не влюбилась. Нет, да, не удалось. Нет, в момент, где я еще не влюбилась. А, еще не влюбилась. Извините, пожалуйста. А потом что случилось? А потом как влюбилась, так и в Питер поехала. А еще, кстати, можно понимать, когда примерно во временном отрезке твоей жизни снято это видео. По количеству татуировок, ты знаешь. Каких-то я вот там не видел, а они уже есть. Они есть. Все есть? Замазали? Конечно. Нет, ничего не мазали. Ты чуешь? Легко развести парня. У нас черно-белый телевизор. Ребят, давай настроим пока. Ладно, мы поговорим пока. Пожалуйста. Слушай, ну, поздравляем тебя. Как спасибо. Понравилось тебе? Ничего, да, так. Нормально, да? А слушай, на самом деле, ты же вообще танцовщица. Ты танцевала профессионально, долго. Но пришлось это все дело Уйти, да. Вот, да, 4 операции на колени было, и уйти. И петь начала. Ну, для тебя такой был переломный момент? Ну, то есть ты... Ну, тяжело, конечно. На самом деле, я сама не... Не рассчитывала же... Я сама не особо умная всегда была, то есть... Ну, что? После первой операции мне сказали, где-то год танцевать нельзя, я сказала... Окей, да, и пошла через 2 недели, потом сразу легла на вторую операцию. После второй операции мне сказали, вообще танцевать нельзя. Я сказала, окей, нельзя танцевать, пойду на сноуборд закататься. Легла на третью операцию. То есть, ну как бы да, сиди, я сама открою. Действительно, недальновидный поступок, Алиса. А дома запасные ноги, может быть, у тебя есть? Запасные ноги. Слушай, слушай, ну правда, ну говорит врач, нельзя. Вот мне говорит, нельзя. Послушай, мне врач говорил, не чеши манту, я не чесал никогда. Вот что ты? Ты единственный из детей, который не чесал манту. Да, единственный. Да. При враче, я дома все это делал. Послушай, давай так, а вот ты знаешь... У нас сегодня высокоинтеллектуальная программа, вы знаете. Не перебивай. Пожалуйста. Скажи, пожалуйста, Алиса... Тут чрезмерная усталость, мне кажется. Нет, вы смейтесь, я буду говорить под смех, мне даже так больше нравится. А вот я просто человек, который близок к футболу, там я вот знаю, как вообще ребятам приходится тяжело, не знаешь, там к танцам, к балету так относятся, как будто, а, это не спорт. А у тебя, извини, травмы, ну, почище, чем у некоторых футболистов. А как, вот мне объясни, в танцах можно получить разрыв крестов, там, мениск разбить, то есть это реально, это вот просто... Ну, конечно. Ну, во-первых, я... Началось все с классики, да, потому что у меня, во-первых, от природы никогда не было хорошей выворотности, да? Кого? Это когда... Выворотность, да. Ну, конечно, выворотность. Вот. И когда ты начинаешь себя чрезмерно... Против природы переть, да, у тебя коленка смотрит вперед, а ноги в разные стороны. Да. И, естественно, оно начинает подтесываться. Вот. И потом я пошла в Тодес, и там вообще кранты. Ты говоришь вот это насчет коленка вперед, а ноги в стороны? Ну, конечно. Я курицу так ломаю. Я серьезно говорю. Она так и смотрит вперед, коленка бежит. И все. Ну что, а что? Пошлите, мне с кем-то же надо говорить, вы обе смеетесь.
сидит, значит, с нами Алиса Салтыкова, такая и говорит, за, вот, да. Пока песню слушаем, говорит, жарко так у вас. Так, я говорю, да я сам весь горю. Это только разогрев, ты знаешь, самый апогей. Да? Да, потом новости, еще часок у нас. Самый апогей будет в программе по заявкам. Да. Ты оставайся, будет интересно. Еще три часа. Да. А, я думала, ты не это расскажешь. А что? Мы сидим тут и рассказывает нам Алиса. Мама пишет. А мама это Ирина Салтыкова. Да, да, серьезно? Да. Да. Пишет, говорит, а Алис, ты скажи что-нибудь внятное, а то просмеялась весь эфир. Да, говорит, скажи, Алисочка, что-нибудь умное, мама, да. Извини. А мы маме привет передаем. Пожалуйста. Привет, мама. Лиза, Лиза, да. Мы да. Очень любим «Брат 2». Я обожаю фильм, вы там классные. Почему на другие передачи приходят с огурцами? Могли Ирина и огурцы с дочерью передать. Крутите барабан. Ну так, так вот. Автомобиль. Алис, Алис, ага. Ты вот знаешь, ты так осекла в начале интервью, ты заявила сразу две вещи, которые немножечко вот, знаешь, охладили, остудили многим пыл и прочее. Во-первых, ты сказал, что существуют какие-то другие радиостанции. Ну это ладно, я пропустил мимо ушей. Этого нет, это обман. Нонсенс. А второй, ты сказала, да. Что молодой человек у тебя есть, да, все-таки? Ага. Есть, да. А что, давай про него поговорим, он кто? Да, давай. Не пойдем. Скажешь. Ну, приветики. Ну, все приветики. Ну, ты что, такая вообще откровенная весь эфир. Мы потом на чаек сходим, я тебе расскажу. Ну, так. Мы думали, привет, передадим, ну, все привет. Дела. Он спит у меня сейчас. А, спит. Спит. Он вернулся из Петербурга. Поехал спать, а ты на эфир. Да, тормози. Михаил, у вас две минуты. Я мастер дедукции. Если он спит в 6 часов вечера, он не в России. Та-ра-ра. Почему? И ребята приехали, вернулись из Петербурга. Знаешь, да ладно. Чего ты на ее сторону-то становишься, я не понимаю. А что мне на твою становиться? Сейчас узнаем, нам нужно жареное. Он каждый день видит. Нужно интересно, что он из Америки. Он из Америки, скажи мне. Он из Англии. Нет, он из Америки, скажи. Какая Англия? В Англии день сейчас. Он из Америки, он в LA сейчас. Правильно? Скажи просто, в LA или нет? I don't recall. Отлично, он из Америки, друзья, все ясно. Ладно, все, давайте. Отстаем. Мы первый, английский первый, язык в Англии, в Америке есть. Да. Да, рассказывай. Рассказывай. Шуточки, это все твои. Свои, шутят. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты, давай вернемся все-таки, ладно, да. К тебе, к работе. У тебя вообще какие сейчас планы? Что ты будешь в ближайшее время делать? А, ой, у нас много готовится. У нас сейчас готовится 3 трека, у нас 3... Ты работу не меняешь, да? То есть ты пока поешь. Да черт его знает, может. Просто какие ты мыслишки высказывала. Да, что-то у меня, да, у меня сейчас такой какой-то переломный момент жизни, что я, честно говоря, не понимаю вообще, что будет происходить на последующие, наверное, пару лет. Но, естественно, я приехала в Россию, поэтому... Здесь Россия и так, ты знаешь. Дело нужно довести до конца, поэтому работаем, выпускаем треки-синглы. Вот у нас сейчас 30 числа выходит сингл под названием «Дракон». Вот, потом у нас еще 2 песни уже готовые, которые... Наверное, трека 3 точно выйдет. А ты говоришь, вот если менять на что-то, то на что? Вот хоть есть мысли? Кем бы ты вот... Корпоративный юрист, может быть, да? Там что-то такое. Есть какое-то желание? Может быть, не реализовано? Есть, конечно. Но вообще я всегда мечтала получить еще одно образование психолога. Психолога, и мне очень нравились всегда нейронауки. Вот, я такой. То есть я, тебе в следующий раз на прием. Ботаник, на прием можно себе записываться будет. Можно, да. Вот, Мишка, мне надо тебе записать. Это не бесполезно. То есть ты реально хочешь быть психологом, психотерапевтом? Я люблю это, да, я люблю. Но вот так вот мне что-то пока жизнь закинула, что... А возможности пока нет. Но вполне все возможно. Мне кажется, нужно в этой жизни. Ступенечку прошел, остановился, подумал. Еще одну. Поэтому сейчас пока у меня столько ступенчик, что я пока... Не знаю, куда забираться. Не знаю, куда забираться, да. Поэтому нужно... Ну, короче, надо дать время. Да, подумать. Ну, ты замуж собираешься, скажи. Самый главный-то вопрос. Собираешься, нет, ну... Скажи. Я не знаю, да, Алиса, так... Ну да, нет, всегда вот нет, все. Он спит все равно. Что ты думаешь? Мать тебя слушает, он спит. Ну ты можешь сказать всем нам, и все, а? Один раз и навсегда. Ну, да, скажи, нет, все. Скажи, проведу да. Тебе со скидкой, скажи, давай да. Быстро ты говори. Ты собираешь гипотетически когда-нибудь? Сейчас скажет, я уже замужем. Это будет сильно, да? Да, да. Ну все, человек молчит. Спасибо, Алиса, спасибо. С нами все. Так я должен был закончить сейчас, или что? Ну ладно. Все, мы про это не будем. Давай, а он музыкант, скажи. Я обожаю тебя. На страну я больше никогда не приду. Да ладно, тоже весело, ничего, ты обижаешься. Да, шучу. На Мишку он подписался. У тебя теперь один подписчик. Сейчас люди зайдут, посмотрят. Вау, один подписчик. Все, кто-то должен прекратить этот балаган. Друзья мои, Алиса Салтыкова, любимая, приходи к нам еще. Пожалуйста. Спасибо. Все, пока. Ha 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 ha!